Всем привет! С вами Гиена Гена 903, и мы на канале Рэй Боец Channel в игре Adopt Me. В предыдущем видео я вам показывала, как я сделала нового премиального питомца козленок неоновым. И в новом видео я обещала вам показать, какие трейды нам будут за него предлагать. Вот не успела я вам это сказать. Первый трейд нам кинули. Давайте посмотрим. Я хотела сначала нового питомца нашего накормить зельем. Ну вот нам дают неонового флайрайд красного дракона, ястреба и ньюборн нового козленка. Нет, конечно, это очень мало. Мы не будем соглашаться на это предложение. Это очень и очень маленькое предложение. Такое предложение мне давали за обычного, не неонового козленка. А здесь у нас уже неоновый козленок. Это очень мало. Просто катастрофически мало. Я отклоняю, конечно же. Вот, но прежде чем идти на площадь для трейдов, я, наверное, накормлю питомца райд зельем. Сейчас мы это осуществим. И потом мы отправимся с вами смотреть, какие предложения будут на неонового козленка нового премиального из последнего новейшего обновления Pride Update в игре Adopt Me. Так, достаем райд зелье. Так, вот наш питомец поглощает райд зелье. Вот он готов уже к трейдам, идти на площадь. Второе нам предложение поступило. Давайте посмотрим, что нам на этот раз предложат. Замечательную колясочку, комонку. Чудесный трейд. Но отклоняем, не будем тратить свое время. Я не буду писать ничего, что я трейжу неонного козленка. Мы будем просто стоять на площади, подождем, какие будут предложения, если они вообще будут. Вот у нас третье предложение. Нам дают неоновую Флайрайд Сау и вот это Арктик Фокс Райд. Это олдовский вроде как питомец. Я сейчас достану нашу козленка. Вот нам пишут, просят козленка. Это тоже мне не нравится предложение. Во-первых, я не хочу никого обидеть, но вот эта вот сова, она мне вообще не симпатична. Она мне просто не нравится. А Арктик Фокс мне тоже кидали в трейдах на обычного козленка, не неонового, поэтому здесь я тоже отклоняю. Следующее предложение. Нам дают райд козленка, флайрайд ленивца, сихорс неоновый райд, еще какой-то комонка валрус, она тоже неоновый райд. Нет, ну, мне тоже это не нравится. Ну, много, конечно. Две неонки, еще райд козленок, еще ленивец. Но тоже все не то. Может быть, просто сервер недостаточно богатый. Но хотелось бы каких-то более интересных предложений. Это у нас неоновый козленок, и это премиальный питомец. И к тому же это питомец за рубаксы. Хотелось бы что-то поинтереснее. Следующее предложение. Нам предлагают Флайрайд Октопус. Квин Би. Это вообще очень мало. Это просто... Да, это даже у меня нет слов. Так, стоим дальше на площади. Ждем предложений. Вот сегодня меня поддержать пришла мой друг 1QXOIL. Она здесь сегодня
рядом со мной. Если что, я буду спрашивать ее совета, что она думает по поводу того или иного предложения. Привет, QuickSoil! Всем привет, ребята! Пока больше никаких предложений нет. Стоим, ждем. Просто даже интересно мне. Я не уверена, что я буду вообще соглашаться даже на какое-то очень хорошее предложение. Скорее всего, я не соглашусь, потому что я хочу оставить себе этого неонового питомца в коллекцию, себе в копилку. Но все-таки посмотреть нужно, что же нам предложат. Хотелось бы каких-то неоновых питомцев, мега-неоновых, олд-питомцев. Но что-то поинтереснее. Так, следующий трейд нам дают Winged Horse. Опять Octopus, Arctic Fox, 2 Fly зелья, динозаврик, 2 Raid зелья. Один QuickSoil, как ты считаешь? Ну, это вообще мне неинтересно. В принципе, это может быть и богатое предложение, тут много зелий. Но мне просто неинтересно зельки. Мне хочется какого-то питомца классного. Нам дают неоновую Flyright осьминога, неоновую простую собачку. Я ожидала, что будут предложения поинтереснее. Мы, наверное, сейчас уйдем с этого сервера. И чуть позже я выложу еще одно видео, часть вторую. Предложение трейда с другого сервера. Потому что на этом сервере нам ничего хорошего не предлагают. Нам дают золотого скарабея, золотого альбатроса. И на этом все. Считают, что этого достаточно. Нет, мне недостаточно. Во-первых, в неонового питомца вложено больше 1000 робаксов с райдзельями. То есть 4 питомца обычных по 249 робаксов плюс райдзели 150 робаксов. Итого 1150 робаксов. Это реальные деньги, которые не игровые, а реальные деньги. И все-таки предложения должны быть более достойные. Тем более питомец премиальный, будет всего одну неделю. Опять нам предлагают неонового осьминога Flyright, опять собачку. Это, видимо, это нам уже одни и те же все кидают. Мы это уже отклоняли. Снова отклоним. Ждем дальше. Нам дают неонового Raid Айбекса, который вот в предыдущем обновлении. Еще какую-то легендарную машинку. Мне это не интересно. У меня 4 неоновых Айбекса. А машинки вообще я не очень люблю. Я их не собираю, не коллекционирую. Может быть, кто-то любит машины, но я не люблю. Посмотрите, какой у нас красивый козленок. Да, и какие-то печальные прям предложения. Ребят, ну давайте на этом мы видео завершим. Я выпущу через некоторое время, очень скоро выйдет вторая часть, и мы посмотрим на другом сервере, какие будут предложения нам поступать за нашего неонового козленка. А на сегодня тогда мы завершаем наши трейды. Всем пока-пока!